Так, ну тут какая-то серьезная машина подъехала. Сейчас посмотрим. ТР-2. Ого. Заряд на миллион. Посмотрим сейчас, что будет. А вы сейчас едете? Да? ТР-2? Интересно будет. А вот так тут хорошо. Ну, у вас красиво взял только что все. Технично. Ну, это про то говорит про то, что трасса проходная. Она поставлена не от фонаря. Так, Вранглер завелся. Поехал, да? Да. То дым от него или то костер? Нет, то сюда кто-то другой завелся. То кто-то еще завелся, да? Так, ну что тут? Джей на старте. Вот это место, видишь, как проезжают. Удивительно просто. Да, чуть коксу и влево руки. Раньше надо с прямым рулем надо было сразу. Ровно руль поставь, ровно руль поставь. Блин, спущен, ну шины немножко. Такие полупазы. Да, бигхорн. Я же уже почти квадроциклист. Ага. Не, а что, одна... Удивительно. Ну да, колеса. Техника, колеса. Техника, блокировки. Спущенные, да. Так. Тут жестко. Ну тут под ленту ребята шли. Ни хера себе. У вас видел, как там красиво, технично прошел? Прямо под ленточкой? Прямо под лентой, да. Вот обрыв, короче, с Харькова, ребята, да, серьезно. Ну. Так, пилот стартует. Полетели. Штурман побежал. Ух, как активно. Так рисковато. Рисковато начали. Спасибо, братан. Пока ничего. Ну, у вас также шел. 10:46 время УАЗа. Какой-то добрый человек же, видите, там сосну посадил, думал об участниках. Быстро работают. Не свободная, скоростная лебедка. Право руль подвернуть надо сильнее. Пока красиво все. Пока все красиво, молодцы. Выход немножко такой.
ключевое место начинается. Ну, вас показал уже, что это реально так. Ну, ребята вперед заходят. Хотят на лебеде вывернуть. Посмотрим. Что я шноркель у них. Плохо видно. Быстро работают, молодцы. Сейчас, видите, очень аккуратно. Вот тут уже критично. Задом тут, конечно, более правильно все-таки. Тишина такая, все замерли, что будет дальше. Глубоко уже. Красиво вышел. Ну, самое сложное пройдено. Сейчас тут еще будет выход на финиш такой непростой немножко. Да, сейчас через воду выход на финиш. Тут осторожно надо. Тут осторожно, ну, в принципе. Сейчас. Есть у тебя телефон? Сейчас. Есть. Руслан, дай телефон с этим. Сейчас, подожди. Ну, технично, молодцы. Да, тут чуть посложнее становится. Вроде справляются все. Молодцы, уверенно очень. Очень уверенно. Водопад такой.
финиш. Смотать лебедку нужно. Штурману сесть, пристегнуться. Не знаю, надо время будет сейчас спросить. Не уверен, что у вас быстрее. Где-то примерно близко время. Где-то рядом время. Я за вас. Да понятно, ты за вас, я тоже. Погода под РФС как положено, слышишь? Это вообще круто я просто. Я мандал эту погоду. Не-не, нормально все. Погода же огонь. Сейчас 35 тихо. Было, ты похуй. Камер, камер. Тихо. Ой, блин, ты что, дети же смотрят. Форда моего флагом, мокрым. О, Форд красивый. Конечно. Я его стараюсь. Так, Тойота, судя по всему, прошла.